Ну, Почему меня вас пригласили? пригласил губернатор посмотреть, что делать, ну, как это у вас учение проходит, и показать, что мы умеем, что мы делаем. Вот. Ну, я посмотрел, что это действительно, мне что понравилось, что люди мотивированы, у них видно, что есть, ну, мотив, они хотят защищать Родину. Люди разного возраста, тоже как у нас, это разный возраст, разные профессии. Люди очень интересуются, меня много спрашивали. Ну, мне рассказать много было, потому что у нас это уже 20 лет уже, наверное, больше будет, как мы восстановили эту организацию.